Ровно 5 лет назад мне посчастливилось поздравлять Виктора Дмитриевича Щербицкого с 95-летием. Тогда я хорошо запомнила его желание – отметить вековой юбилей. Наш герой был полон сил и энергии. Время пролетело стремительно, и вот его мечта сбылась. Первыми пришли поздравить своего героя со столетием родные и близкие. Чуть позже на праздник ветерану приехали Татьяна Одинцова и Надежда Дмитриева. Они преподнесли юбиляру букет цветов и адресное письмо от главы городского округа Одинцова Андрея Иванова. А накануне Виктору Дмитриевичу доставили необходимый подарок – большой современный холодильник. За праздничным столом гости вспоминали самые яркие страницы невероятно богатой биографии ветерана. Уже в 43-м году он был направлен на полигон в Кубинку. 34 года он прослужил в рядах вооруженных сил. После демобилизации был также в одном из отделов, тренировал уже молодых танкистов на тренажерах. Несмотря на преклонный возраст, юбиляр пребывает в добром здравии. Конечно, во многом это заслуга дочери и сына. С такой поддержкой и опорой можно прожить еще не один десяток лет, уверены гости. Виктор Дмитриевич Щербицкий – это редкий человек, у которого надо учиться жизни и радоваться жизнью каждый день. Сегодня наш весь округ гордится, что у нас есть такой ветеран, которому сегодня 100 лет. Приятно, что вся его семья дружная собралась. И самое главное – его друзья. Для своих лет Виктор Дмитриевич замечательно выглядит. Это отметили все присутствующие. На вопрос, в чем же его секрет долголетия, ветеран с улыбкой отвечает – военная тайна. И все же секрет есть, но знают его лишь самые близкие люди. Поддержка родных и все-таки сложно сказать. Уважение, наверное, людей. Делай добро, и оно вернется к тебе. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».